Что, снег не липнет к ней? Ну, снег вообще не прилипает. Ну что я могу сказать, скрипер это, конечно, лопата, объемы берет просто огромные. Так более того. Вот подцепил и на осадочек отвезли. Но кроме этого, поскольку здесь тот самый, вот, во-первых, снег не прилипает, да, снег не прилипает, и металлический кант, этим скрепером можно пользоваться даже вот таким образом. То есть мы можем пользоваться как скребком. Он настолько мощный. Сколько здесь у нас? 4 миллиметра, да? 4 миллиметра. То есть он вообще не играет. Даже вот снег берешь, он даже не играет вообще, да? Ну, поехали на самом. Вот. Уже не кажется таким большим, да? Кстати. Да, ну и как тормози. Он вообще не играет, смотри. Андрей, мы сейчас покажем для тех, кто... Нет, такой мощный мы сейчас покажем пластик 4 мм. Мы сейчас покажем для тех, кто беспокоится о пластике, Андрей. Плюс ручка, она вот практически до конца доходит. То есть это идет как... стальная направляющая, жесткость, целиком, да. Ребро жесткости дополнительное. Ну-ка, давай-ка, знаешь, проходи мне на останочку. Давай, держи за ручку. Ю-ху! Для тех, кто считает пластиковые скрэперы слабенькими или непрочными. Вот такое видео. Продолжаем расчистку. Не, конечно. Объемы колоссальные, да? Вот так вот лопата едет. Устанешь вести. Кстати, мы себе теперь собой ставить машину. Да.